Здравствуйте, меня зовут Константин, и сегодня я вам расскажу про крылья на велосипед. Как их выбрать, как их подобрать, как их установить. Очень многие клиенты, которые покупают велосипед, первым делом докупают к нему крылья. Потому что сейчас современные велосипеды идут, в общем-то, без крыльев в комплекте, и крылья покупаются отдельно. В нашем магазине мы рады представить вам продукцию немецкой фирмы SKS. SKS – это практически лидер в производстве крыльев велосипедных. То есть крылья делают очень многие фирмы, но, пожалуй, лучшие крылья – это крылья SKS. Лучшие и самые популярные. Итак, если мы выбираем крылья на горный велосипед, то это, скорее всего, будут быстросъемные крылья. Что означает быстросъемные крылья? Горный велосипед сам по себе, не предназначен для использования крыльев, потому что он рассчитан на внедорожную езду, на какие-то там агрессивное катание. Это, естественно, не относится к велосипедам начального уровня, но, тем не менее, они, как и старшие братья, сделаны таким образом, что полноразмерные крылья, которые закрывают все колесо, на них поставить достаточно сложно. Итак, при выборе быстросъемных крыльев можно руководствоваться только одним единственным параметром – это размером колеса. У каждой модели крыла указано, под какой размер колеса оно предназначено. Вот, соответственно, как пример, крылья SKS Short Blade на колеса 26 и 27,5 дюймов. Одно универсальное крыло вело по два размера колес. Аналогичные крылья есть под 29 дюймов колеса. Итак, крыло. Сейчас покажем на примере велосипеда. Переднее крыло устанавливается вилку. В амортизационной вилке, вот здесь вот снизу, есть такое отверстие технологическое, куда вставляется якорь, который идет в комплекте к крылу, и далее крыло в это место щелкивается. Получается вот такое вот. Такое вот получается все вместе. Соответственно, сама идея быстросъемных крыльев заключается в том, что во время дождя эти крылья ставятся на велосипед, в сухую погоду эти крылья снимаются. Я думаю, многие согласятся со мной, что любые крылья очень сильно портят внешний вид горного велосипеда. Естественно, без крыльев он выглядит как-то лучше, агрессивней, интересней. Ну и, в общем-то, не рассчитан на использование крыльев. Крылья – это вынужденная мера для езды в дождь. Поэтому, соответственно, в дождь крылья ставятся, в сухую погоду крылья снимаются. Переднее крыло, как я уже показал, устанавливается в корону вилки. Заднее крыло прикрепляется к подсидийному штырю. Сейчас покажу как. Итак, задние крылья выбираются аналогично передним, в зависимости от размера колеса крыло разного размера. Вот такая очень популярная модель SKS называется X-Blade. Она имеет такое еще расширение в задней части. Два шарнира, которые помогают его настроить и, в общем-то, приделать практически к любому велосипеду горному, любой росток. Оно крепится на подсидийный штырь. При помощи шестигранника эти шарниры регулируются, затягиваются. Крепится оно к подсидийному штырю вот таким зажимом на ремешке. Длина этого ремешка регулируется в зависимости от диаметра подсидельного штыря. И, соответственно, устанавливается оно, защелкивается на подсидельный штырь. Вот таким образом. Далее шарниры вот эти вот шестигранничком затягиваются, и все готово. В дождь крыло ставится, в сухую погоду оно легко отщелкивается, снимается, чтобы не мешалось. Это, значит, вариант относительно дорогих крыльев. Вариант крыльев попроще. Это шокборд. Вот такой вот. И экстра драйв. Отличается тем, что на этих крыльях шарниров нет. То есть они просто ставятся и уже регулируются только по высоте. Ну, в заднем крыле один шарнир имеется. У самого замка, соответственно, немножко оно регулируется. Вот. Переднее крыло без вот этих вот
резиновом расширении. Разделено. Итак, что касается горных велосипедов, то на горный велосипед устанавливаются быстросъемные крылья, передние, задние. Они можно, они продаются раздельно, можно купить комплектом. Варианты, в общем-то, есть разные. Если вы хотите установить полноразмерные крылья, которые полностью закрывают колесо, эти крылья тоже, соответственно, делятся на крылья под 28, 26, 20, 29 колеса. Они отличаются еще по ширине в миллиметрах, ширина крыла. Это нужно, в зависимости от ширины покрышки, соответственно, нужно подбирать ширину крыла, чтобы ширина крыла была не уже, чем покрышка. Если вы хотите установить эти крылья на горный велосипед, вы столкнетесь с большим количеством трудностей. Главная трудность заключается в том, что у горного велосипеда попросту в раме нет креплений под эти крылья. Если мы возьмем, ну, обычный горный велосипед с классической рамой, то чтобы поставить крыло с усами, в этом месте должны быть отверстия для крепежа. Этих отверстий на амортизационных вилках не предусмотрено. То есть установить эти крылья можно, но достаточно тяжело, потому что нужно самим изготавливать хомуты, проушины, чтобы крепить эти крылья. То есть у нас в мастерской за это не возьмутся, если только вы сами будете это делать. Кроме отверстий вилки, должно быть отверстие еще в горилле для крепления полноразмерного крыла. Ну, мало на каких горных велосипедах такое отверстие есть. И нужны отверстия в задней части велосипеда, резьбовые отверстия тоже под усы. Вот. Поэтому на горный велосипед поставить полноразмерные крылья – это достаточно тяжело. Если вы это никогда не делали, то лучше либо обратиться к специалисту, либо выбрать другой тип велосипеда. Итак, если вы собираетесь приобрести или приобрели гибрид, то на гибрид легко устанавливаются как раз полноразмерные крылья. Все необходимые отверстия на гибридах имеются. Это резьбовые отверстия на дропаутах. Это отверстия в передней амортизационной вилке. Соответственно, резьбовое отверстие в горилле тут тоже имеется. То есть на гибрид, практически на любой гибрид, полноразмерные крылья встают как равные. Но, тем не менее, если вы хотите поставить быстросъемные, быстросъемные вы тоже всегда можете поставить, потому что, опять же, отверстия вилки и по седельному штырю все можно прикрепить. Ну, в общем-то, вот и все, что я хотел сказать о крыльях. Подписывайтесь на наш канал.